по плану МЧС России, Центрального регионального центра, субъект Российской Федерации Смоленской области, проверяется по гражданской обороне комиссии Центрального регионального центра. Комиссию возглавляет заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, полковник Салфетников Михаил Викторович. Товарищ полковник, состав главного управления по боевому расчету построен. Заместитель начальника главного управления, полковник Туналет. Вольно. Вольно. Внимание. Я не буду называть должности, а по фамилии. Прозоров. Я. Что он верит? Ничего. Да лучше, чтобы ничего не верит. Карман. Не, ну ты возьми сам. Спасибо.
сперва один. Устанавливают от техники, подающие воду, откатные устройства. Что хочется сказать вам? Спасибо. Побегали. Как бы я знаю, как в данных защитных средствах тяжело передвигаться. Я думаю, штаб расчеты произвел верно, то есть не успел просто его уже посмотреть в конце. Да. Все, тогда правильно, спасибо вам.